Проект «Мама-предприниматель» приглашает женщин-декретниц или просто имеющих несовершеннолетних детей попробовать свои силы в малом бизнесе. Обещают все рассказать, показать, поддержать материально. За 3 года работы программы индивидуальными предпринимательницами стали 70 приморских мам, рассказывает Стас Васильченко. Своей швейной мастерской Ирина руководит почти 2 года. Основной профиль – пошив спецодежды. Клиенты есть всегда, и работать приходится много. Без профессиональной поддержки здесь не обойтись. О том, как правильно вести бизнес, Ирина узнала на тренингах программы «Мама-предприниматель». Профессионалы проекта помогли ей улучшить и развить свой бизнес. До этого проекта я не знала, что у нас существует в городе огромная поддержка, и что поддержка у меня находится совсем рядом. То есть я в бизнес-центр по поддержке предпринимателей хожу пешком, получаю дополнительные знания, если мне нужна какая-то консультация, к ним обращаюсь. Проект «Мама-предприниматель» федеральный. В Приморье вот уже 3-й год подряд его проводит женский комитет делового объединения «Опора России» совместно с администрацией края. Главная задача – помощь в реализации бизнес-идей женщин, находящихся в декрете или уже воспитывающих детей. У них огромный потенциал и большое количество идей. Оказав поддержку сейчас, государство обеспечит новые рабочие места и новые услуги в будущем. Предыдущие 2 года благодаря проекту «Мама-предприниматель» обучение прошли более 70 женщин. Многие из них после этого открыли свое дело. И самое главное, что участницы проекта не остаются в дальнейшем один на один со своим бизнесом, со своими идеями. Они становятся частью приморского сообщества «Женщина-предприниматель», могут получить услуги в центре «Мой бизнес». Ксения Кузьменко – победительница проекта 2017 года. В качестве награды получила грант в 100 тысяч рублей. Открыла во Владивостоке центр социального обслуживания, который оказывает помощь пожилым, ограниченно подвижным людям и их родственникам. Проект социальный, и внимание к нему особое. Это большая поддержка для мам, которые сидят в декрете, у которых в голове много колоссальных бизнес-планов, бизнес-идей, начиная от производства детских игрушек, услуги няни, прочих. То есть это непосредственно вот та категория, которая может рассчитывать и может получить поддержку, в том числе и финансовую, как получилось в моем случае. В проекте «Мама-предприниматель» могут участвовать женщины с несовершеннолетними детьми и находящиеся в декретном отпуске. Подать заявку можно на сайте mamapredpriniматель.ru до 22 февраля. Оргкомитет уже получил более 50 заявок. Тренинг будет проходить в Находке с 28 февраля по 4 марта. Стас Васильченко, Павел Филатов. Панорама.